Рада вас видеть на своем канале по прическам. Меня зовут Лиля. Сегодня я хочу вам показать очень стильную и современную прическу. Это европейский пучок, который я выполнила на прямых волосах. И эту работу в своем инстаграме я выпустила достаточно давно, но там идет короткая версия. Ссылочка на мой инстаграм будет в описании под видео. Вы меня очень просили выпустить полную версию этой работы, и сегодня я вам ее представлю. Давайте приступим. Прежде чем начать прическу, нужно волосы подготовить. Я сделала мелкое прикорневое гофре. Гофре фирмы Деваль. Далее выделяем фронтально-теменную зону. Ориентируясь на наивысшую точку брови, я веду два диагональных пробора к макушке. Отщипываю прядочки от фронтально-теменной зоны для того, чтобы они обрамляли лицо. На затылочной части выделяем два полукруга и делаем хвостики. Волосы у краевой линии прорабатываем при помощи пудры для прикорневого объема. У меня фирмы Estelle. Берем прядку, оттягиваем ее перпендикулярно голове. При помощи расчески хвостика, у нее мелкие зубчики, я делаю тупировку, начес с внутренней стороны пряди. Для этого расчесочку ставлю чуть выше корней, примерно на 2-3 см от корней, и веду максимально близко к корням. Итак, тупируем прядь за прядью и проводим утюжком. Затем сглаживаем все волосы, скручиваем жгутик и намечаем текстуру. Временно жгутик я фиксирую шпилькой, прорабатываю текстуру при помощи воска спрея. У меня фирма Кёне. Для лучшей фиксации и более глубокой текстуры я ставлю временно шпильки. Текстуру я делаю не прямую, немножко ее изгибаю. Перехожу к боковой прядочке височной зоны, тупирую изнутри, фиксирую лаком, прядочку подтягиваю к хвостикам и начинаю также прорабатывать текстуру. Сначала мы ее намечаем, затем фиксируем воском спреем и ставим шпильку. Задача подтянуть все прядочки у краевой линии роста волос к хвостикам. После того, как проработали текстуру, шпильку меняем на невидимку. Невидимка она держит более крепко. В этой технике прорабатываю полностью всю краевую линию роста волос. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Волосы, которые мы подтянули к резинкам, соединяем с хвостиками. У нас получилось два хвоста на затылке. Скручиваю хвостик в такой мягкий узелок.
кончик фиксирую шпилькой. Также фиксирую шпилькой изнутри, чтобы узелок не болтался. И при помощи расчески вилочки и пальцев рук я аккуратно формирую текстуру. Вытягиваю прядки. Обязательно фиксирую воском спреем. Для того, чтобы текстура получилась более глубокой и резной, я временно ставлю шпильки. Также фиксирую обязательно лаком средней фиксации, у меня фирма Капус. После того, как я убедилась, что у меня лежит все как нужно, я беру жидкий лак и закрепляю результат. В общем, наша задача включить всю свою фантазию и сформировать два красивых пучка. Беру следующий хвостик и также формирую из него узелок. Скручиваю волосы в мягкий жгут и начинаю прорабатывать текстуру при помощи воска спрея. Ставлю шпильки. Эту прическу я изначально планировала включить в мой онлайн-курс, но так как в Инстаграме я выгрузила короткую версию, вам она очень понравилась, и вы меня попросили выпустить полную версию этой работы. Поэтому сегодня я создала для вас этот урок. Если вы захотите подробнее узнать о моих онлайн-уроках, переходите в мой Инстаграм, вся информация будет на моей страничке. Мой онлайн-курс включает в себя 5 причесок «Практика и теория», где я подробно рассказываю и разбираю каждую из причесок. Осталось проработать прядочки у лица. Я сделала небольшую татуировку у корней и проработала утюжком. Провожу легкую волну от лица. Прорабатываю прядочки височно-боковых зон и затылочной части. Финиш любой моей прически – это фиксация жидким лаком. Если вы зафиксируете прическу жидким лаком, у меня это фирма Schwarzkopf, Schwarzkopf Silhouette, то ваша прическа либо укладка будет держаться очень крепко. Итак, посмотрите на нашу прическу со всех сторон. Наш стильный современный пучок готов. Собрала я его примерно за час. Друзья, ну как вам моя работа? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А те, кто на моем канале в первый раз, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И да, не жадничайте, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!